В эти дни в Москве проходит 20-я выставка безопасности и охраны труда. В этом году в выставочном центре ВДНХ современные достижения в области создания и производства средств индивидуальной защиты демонстрируют 300 экспонентов из 20 стран мира. В юбилейной выставке впервые принимают участие делегация из нашей страны, предприятия Ассоциации кожевенно-обувные предприятия Узбекистана «Узбек Чарпой Абзалы». В церемонии открытия выставки приняли участие члены российского правительства, представители государственных органов, специалисты сферы безопасности и охраны труда. Они отметили, что с каждым годом значение и масштаб выставки растет. Если в 2015 году в ней приняли участие 280 компаний из 17 стран, то в этом году свою продукцию представляют 300 экспонентов из 20 государств, среди которых и предприятия Ассоциации кожевенно-обувных предприятий Узбекистана «Узбек Чарпой Абзалы». Чрезвычайный полномочный посол Узбекистана в Российской Федерации Бахром Ашраф Рафханов подчеркнул, что Россия – большой рынок для отечественных предприятий, и ознакомил собравшихся с деятельностью ассоциации. Предприятия, входящие в ее состав, на выставке представляют специальную обувь. С первого дня уже мы чувствуем, которые нашу продукцию для российских наших партнеров, нашим коллегам очень понравилось. Они уже начали с нами уже контактировать, начали уже дать свое предложение дальнейшему сотрудничеству. Это по направлению совместного производства по спецобуви. Второе направление по выкуп нашего спецобуви. На выставке в 2016 году потребитель традиционно может ознакомиться с современными достижениями отечественных изготовителей и зарубежных поставщиков в области создания и производства средств индивидуальной защиты, отвечающих требованиям международных стандартов. Экспоненты выставки представляют потребителям более 6000 видов продукции, что позволит работодателям выбрать для персонала необходимые средства индивидуальной защиты от вредных и опасных производственных факторов, а также получить консультации по их применению и нормативной базе. В работе выставки принимают участие 20 предприятий, входящих в состав Ассоциации «Узбек Чарпой Абзалы». Спрос на их продукцию очень высокий. Первый раз вижу компанию, и с первого взгляда показалось мне, что обувь качественная, красивая обувь. Мы из Омска, у нас оптовая компания. Да, мы занимаемся оптовыми поставками спецодежды. Мы охватываем Урал и Сибирь. Так как я раньше бывал в Узбекистане, в Ташкенте, по поводу поиска тканей, у нас свое швейное производство. Поэтому надеюсь, что ты у вас найти по обуви. В рамках выставки состоялась презентация, в ходе которой представители ассоциации «Узбек Чарпой Абзалы» рассказали о своей деятельности. Кроме того, ассоциация подписала меморандум о сотрудничестве с ассоциацией разработчиков, изготовителей и поставщиков среди индивидуальной защиты. Выставка продолжается. Подробнее о ее работе мы расскажем в наших следующих выпусках.